Война и мир. Том 4. Часть 4. Глава 8. Краткое содержание. В унылых материальных условиях находилось русское войско. Но оно было весело, как никогда. Сидя у костра, солдаты шутили, смеялись. Они говорят о пленных, жалея их. Казалось бы, что в тех почти невообразимо тяжелых условиях существования, в которых находились в то время русские солдаты, без теплых сапог, без полушубков, без крыши над головой, в снегу при минус 18 градусах мороза, без полного даже количества провианта, не всегда поспевавшего за армией, казалось, солдаты должны были представлять самое печальное и унылое зрелище. Напротив, никогда в самых лучших материальных условиях войско не представляло более веселого, оживленного зрелища. Это происходило от того, что каждый день выбрасывалось из войска все то, что начинало унывать и слабеть. Все, что было физически и нравственно слабого, давно уже осталось назади. Оставался один цвет войска – по силе духа и тела. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.